Владик, вставай, просыпайся, радость моя. Вставай, радость моя. Кто-то не был готов к утренней атаке. Ну-ка, поднимайся, поднимайся, опаздываем, опаздываем. Еще чуть-чуть. Смотри, как хочешь, поедешь на школьном автобусе. Я не хочу на автобусе, я хочу с тобой. Тогда, чтобы через 10 минут был в гостиной. Ладно. Ну ты что, опять работал всю ночь? Ну, зато я подошел к финалу. Сереж, так нельзя. Ночью надо спать. Каждому человеку необходим полноценный сон. Так нельзя. У меня работа такая. Вдохновение придет среди ночи и не отпускает до утра. Жаль, редко приходит. Бедненький мой, бедненький. И вдохновение-то к нам приходит редко. Сережа, побойся Бога, 4 романа в год. Это только со дня нашего знакомства. Ну, значит, я сделал правильный выбор. Женечка, дай, пожалуйста, хлеб. Ты знаешь, я вчера Рудакова видела. Приглашала нас с тобой на юбилей. Сходим? Прекрасно. 100 лет не виделись. Сереж, только возьми, пожалуйста, себе за труд. Купи подарок. Хорошо, я постараюсь. Мам, можно мне тоже подарок? Новую компьютерную игру. Нельзя. Займись лучше уроками. Английский учи, это пригодится. Ну да. Ну что ну да? Валентина Юрьевна, между прочим, тобой очень недовольна. Говорит, что ты крутишься на уроках, не слушаешь никого. Мне скучно. Мы с Женькой все еще это летом проходили. А Валентинка зачем-то пересадила меня на первую парту. Ну, во-первых, не Валентинка, а Валентина Юрьевна. А во-вторых, она это сделала, потому что я ее об этом попросила. Зачем это? Затем, Влад, ты спишь на уроках. Во-первых, я не спал, а дремал. А во-вторых, что такого на минутку закрыл глаза? А теперь что мне делать на первой парте? Заниматься, Влад. Я же сказал, мне скучно и неинтересно. Они только еще букварь читают, а я Марка Твена заканчиваю. Ну, что ты на это скажешь? Влад, ну извини меня, пожалуйста. Я просто очень расстраиваюсь, когда педагоги тебя ругают. Ладно, я больше не буду. Все равно на первой парте не поспишь. Влад, не дергайся. Давай шапка. Шарф. Мам, ну что ты кутаешь меня, как матрешку? Иди сюда. Выйдешь на улицу, передумаешь. А я тоже в детстве не любил кутаться. Выходил на улицу раздетым, а потом месяц пролежал с воспалением легких. Так что учись на ошибках других и скажи спасибо. Смотри, у меня. Спасибо. Удачного дня. Спасибо. Ну все, давай, пока. Пока. Ага. Давай. Жень, да? Стой. Вот список продуктов, не забудь заплатить за телефон. Да? Угу. Ну все, пока. 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 Пока.
Да. Давай поговорим. Давай. О чем? О будущем. Заманчивое предложение. О нас. В будущем. Ты это вообще о чем? Я беременна. Тест дал положительный результат. Тебе надо сделать аборт. И все. Я... конечно, понимаю, что это неожиданность для тебя. Но... аборт я делать не буду. И как ты себе вообще все это представляешь? Надо все рассказать Ане. Но когда-то это надо было бы сделать. Почему не сейчас? И на какие деньги ты потом собираешься жить? Мы что-нибудь придумаем. Мы? Да, твои же романы издаются. Но мои романы не снимешь даже квартиру. Ты вообще о каком совместном будущем говоришь? Ты же говорил, что ты любишь меня. Стоп. Я люблю, но... Может, тебе просто было... удобно? Я ради тебя готова на все. А на что готов ты? Женечка. Прости меня, у меня... сегодня такой тяжелый день, подписание контракта. Ты же знаешь, как это для меня важно. Я не могу такие серьезные вопросы решать за одну секунду. Дай мне время подумать. Хорошо. Сегодня за тобой Женя приедет. Ладно, пока. Пока. Здравствуйте. Доброе утро, Анна Сергеевна. Привет. Ты здесь откуда взялся? Оттуда. Досрочно освободился. За хорошее поведение. Что тебе нужно? Тебя увидеть пришел. Поговорить. О чем? Ну, тебе со мной разговаривать, я так понимаю, не о чем. Развод оформила. Да. Замуж слышал, вышла. Да. Все хорошо. А у меня есть пару тем для беседы. Ну, договори. У меня времени-то мало. Понимаю. Бизнес ждет. Да. Подождет. Я хотел узнать, как Владик. У Владика все хорошо. Следующая тема. Короче, я бы хотел его увидеть. Нет. Еще что-нибудь? Нет? Все. Да у меня много чего еще. Но сейчас меня интересует моя семья. Интересует моя семья. Тебя не было 3 года. За это время твоя семья очень сильно изменилась. У Владика есть отец. Да мне наплевать, кто у него там есть. Понятно?
Пока что я его родной отец. И буду им. И родительских прав меня пока еще никто не лишал. А я лишу, если ты не прекратишь лезть в нашу жизнь. Послушай, я... Я знаю, что я виноват перед тобой. Знаю, правда, что я виноват перед вами, но, поверь, я расплатился за это, ой, как сполна. И все, что у меня есть, мне... И правда, больше никто не нужен. Я вообще, ну, не хочу вас терять. Не надо, Андрей. Сейчас уже поздно что-либо менять. Я еще не все сказал. Послушай, у меня нет времени для незапланированных визитов. Я запишусь на прием. Валя. Валентинка сегодня меня похвалила, сказала, что я молодец. Отлично. Мы сегодня делали аппликацию. Я первый все закончил. Влад, только... И Валентинка меня похвалила. Не надо так кричать, я тебя прекрасно слышу. Как ты думаешь, я заслужил Лего или новую компьютерную игру? Не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я просто не знаю. Но я же молодец! Это решает мама. Moscow is big city. Стоп. Влад. Moscow is a big city. Не забывай про артикль. Moscow is a big city. Мама еще не пришла? Еще нет. Может, скоро приедет. Не отвлекайся. Moscow is a big city. There are many museums. Moscow is a big city. Я сегодня подписал контракт. Через месяц выйдет первый том. В жестком переплете. Это круто? Это очень круто. Влад, повтори, пожалуйста, новые слова. Эти шорты, a sweater, shoes, shoes, shorts, a skirt, jeans, coat. Ты что-нибудь решил? Jacket, skirt, да. С завтрашнего дня я начинаю работать. У меня только месяц, чтобы закончить роман. Я не об этом. Женя, но сейчас-то уж точно не время. А когда будет время? Когда у меня живот вырастет или, может быть, когда ребенок родится? Хорошо. Узнает все Анна. Выставит нас из дома. Ты правда хочешь поставить крест на нашем будущем? Влад, я тебя не слышу. Эти шорты, свитер. Это твое окончательное решение? Я еще ничего не решал, просто... Привет, мам. Привет, Владик. А у меня хорошие новости. Привет. Поздравь меня. После твоего звонка редактор сразу подписал со мной контракт. А еще он сказал, что у моего романа блестящее будущее. Поздравляю тебя. Что случилось? У меня неприятности. Иди сюда. У меня бывший муж вернулся.
Он сидел в тюрьме за финансовые махинации. Его отпустили досрочно за хорошее поведение. Стоп. А почему я о нем ничего не знаю? А что ты хотел знать? Что у меня есть бывший муж? Что он в тюрьме сидит? Ну, так для информации. Послушай, Сереж, мне кажется, мы прекрасно жили без этой информации. Мам, мой папа приехал. Он придет к нам в гости. Владик, послушивать нехорошо. И вообще, давай иди наверх. Зубы чисти и спать ложись. А кто мне почитает? Влад! Сереж, почитай ему, я не в состоянии. Пойдем? Пойдем. Что там, Андрей? Черт его дернул появиться. Притащился в офис. Здрасте, я ваш Андрюша. А что хотел? Сына видеть. Ему, видишь ли, тяжело без нас. А ты что? А что я? Выгнала его? Ань, может... Что? Вернуть его? Ты с ума, что ли, сошла? Ну а что? Все-таки Владик родной отец, и он его любит. У Владика прекрасные отношения с Сергеем. Они замечательно ладят. Ну ради чего мне все ломать, а? Ань, ты сама видела, как Владик оживился. Да глупости все это. Это простой детский интерес. Ты его так любила. Меня устраивает мой муж. Я ничего не хочу менять. Ну, я просто так спросила, как вариант. Нет, моя дорогая сестренка, этот вариант нам не подходит. Положи листочек под подушку. Хорошо? Надо не под подушку класть, а маме давать. Что? Маме давать! Привет, Жень. Привет. Привет. Помнишь меня? Помню. Ты мой папа. Правильно. Молодец. Какой взрослый стал. Ну что, поедешь со мной кататься на аттракционах? Да, поеду. Ну, пошли? Пошли. Нет, подождите, я никуда его не отпущу. Ты что шумишь? Успокойся. Мы с мамой уже обо всем договорились. Анна в курсе. А она мне ничего не говорила. Не говорила? Ну так позвони и спроси. Алло. Алло, Ань. Андрей его увез. Что? Андрей увез Влада. Я сейчас приеду. У тебя же скоро день рождения. Да, скоро. Так давай. Не проходите мимо. Загляните в уникальный магазин. Вместе с покупкой вы приобретаете вот такую бонусную карту. При последующих покупках... Подарок будем выбирать? Баллы, которые... Да, будем. Хорошо. Ну, что бы ты хотел? Лего или новую компьютерную игру. А тебе что, новый папа подарки не покупает? Покупают. Правда, они с мамой считают, что от новых игрушек я буду хуже учиться. А мне кажется, если хорошо учился, надо получить поощрение. Знаешь что, давай сделаем так. Я не знаю, когда я в следующий раз увижу, поэтому я тебе подарок сейчас подарю, а ты мне пообещаешь, что всю неделю будешь хорошо учиться. Договорились? Договорились. Так, ну, пошли. Куда они поехали? Кажется, на аттракционы. Надо ехать туда. Куда? Ты знаешь, сколько в городе аттракционов? Я не знаю. Но надо как-то, ну, разделиться. Подождите. Я сообщу на пост. Какая была машина?
Старая, зеленая, кажется, Тойота. Номера запомнили? Да. Цифры только 6, 7, 8. А буквы... Я... Владик, сыночек. Мы с папой катались на аттракционах. Да? Так круто было. Потом поехали в кафе. Забери его. Владик, иди ко мне. Ну что вы стоите? Арестуйте его! Все нормально. А что да, нормально. Хорош. Попрошу ваши документы. Я что, не имею права погулять с собственным сыном? Не сметь подходить к моей семье, ты понял? К твоей семье? Все в порядке? А, ну да. Это ведь ты ее создал. Ты вон дом построил. Пацана тоже ты воспитал, да? Что ж ты все порушил, если так шоколадно было? А вот это не твое дело. Я тебе сказал, ты меня понял. Ладно, иди домой, я сама разберусь. Иди домой. Ты что себе позволяешь? Идите в дом. Слушай, тебя не поймешь. То сыном не занимаешься, тебе плохо. Когда занимаешься, тебе тоже плохо. У Владика все хорошо. У него есть кто с ним будет заниматься. Чтобы духу твоего здесь больше не было, понял? Ну вот это ты мне запретить не можешь. Я его отец. И у меня есть право с ним встречаться. Знаешь, Андрюша, лучше бы у тебя совесть была. Влад, я чуть с ума не сошла. Я думала, с папой можно. Он тебе не папа. Почему? Потому что он был тебе папой когда-то, давно. У тебя теперь новый папа. Владик, давай с тобой договоримся, да? Ты больше никогда так не будешь поступать, хорошо? Да. Ань, ведь Влад не виноват, это я виновата. Я должна была что-то сделать, я должна была его как-то остановить. Все, ладно, идите к себе наверх. Пойдем. Не нравится мне это внезапное проявление отцовских чувств. С чего бы это? Дешевая игра на публику. Похоже, что пьеса у него не одноактная. Это меня и пугает. Так, Владик, мы с тобой уже немного опаздываем. Немного? Это не страшно. Ну, не страшно. Знаешь, мой дорогой, если ты позволяешь себе опаздывать, значит, ты проявляешь неуважение к окружающим. Соответственно, и тебя никто уважать не станет. Мам. Да? А почему с нами папа не живет? Мало нам проблем в жизни. Но мой папа хороший. Кто тебе сказал? Никто, я сам сказал. Он мне нравится. Ты еще слишком мал, чтобы в людях разбираться. Поверь мне, хороший человек – это не тот, кто дарит тебе подарки. А кто тогда? Кто заботится о тебе. Кто любит тебя. Кто совершает только хорошие поступки. Ну, значит, мой папа хороший. У тебя есть новый папа. Он очень хороший, достойный человек. Он любит тебя и заботится о тебе. Да ну. Да? Это я. Открой дверь. А Ани нет. Я к сыну пришел. А его тоже нет. Они уехали. А могу я их подождать? Да, проходи. Привет. Привет. Не думаю, что Аня будет рада твоему визиту. Ну я же не 100-долларовую купюру, что всем нравится. Да, в доме ничего не изменилось. Сергей хотел сделать ремонт, но Аня не захотела ничего менять, поэтому все осталось по-прежнему.
Сад, правда, в запустении, потому что некому за ним ухаживать. Ну, не смогу найти работу, устроюсь к вам садовником. Чаю? Да. А ты чего здесь делаешь? Он как сюда попал? А ты что думаешь, я не знаю, как в свой дом попасть? О-о-о. И по какому вопросу? А ты что, секретарь, что ли? Ты что себе позволяешь-то, а? Слушай, друг, давай как-нибудь попроще, а? По-домашнему, да? Пошел вон из моего дома! Слушай, ты, Альфонс, ты мне еще указывать будешь? А тебе сейчас менты объяснят, где твой дом, родной, понял меня? Андрей! Андрей, отпусти его! Андрей, отпусти! Хорошо устроился на всем готовеньком, да? Только учти, я просто так не сдамся, понял? Спасибо за чай. Мы с тобой еще встретимся. Больно? Нормально. Его не надо было сюда пускать. А что, надо было прогнать? Да хватит! Ему нечего здесь делать. А может быть, наоборот? Что наоборот? Пусть бы он вернулся в семью. Ты с ума сошла? А что? У Влада был бы родной отец. И у моего ребенка тоже. Да у тебя паранойя! Я знала, что женщины тупеют во время беременности, но не до такой же степени! Не до такой. Чтобы не понимать, что ты не хочешь ничего менять. Может быть, я вообще тебе не нужна? Жень, все. Давай без этих глупостей, ну? Придумай что-нибудь поумнее. Женя. Мам. Да это беспредел какой-то, ты понимаешь? Он на меня кинулся, я даже ничего поделать не успел. Сам виноват. Что? А кто ему милицией грозил? Андрей – человек гордый. Я считаю, что надо писать заявление в милицию. Пускай они на своем языке с ним разговаривают. Не надо. Что? Не надо заявление в милицию. Я сама с ним разберусь. Документы на подпись. Угу, да. Юль, кофейку сделай, пожалуйста. Хорошо. Да, и еще. Пригласи, пожалуйста, начальника собственной безопасности. Хорошо.
Да. Добрый день. Это из охранного агентства. Хорошо, проезжайте. Здравствуйте. Здрасте. Проходите, здравствуйте, пожалуйста. Анна. Владимир. Олег. Очень приятно. Ну, вы, наверное, в гостиную проходите, раздевайтесь и… Спасибо. А, простите, а чай, кофе? Нет, спасибо. Кофе. Черный. Покрепче. Ага. Без сахара. Хорошо. Олег. Что? Я от обеда бы не отказался. Это мой муж. Бывший муж. Я бы не хотела, чтобы он причинял нашей семье неприятности. Угу. А кто еще проживает в доме? Минуту. Женя, спустись, пожалуйста, сюда вниз с Владом. И захвати с собой Сережу, к нам охрана приехала. Да. Там охрана приехала. Какая охрана? Я не знаю. Аня сказала спуститься в гостиную. Что за ерунда? Почему она мне ничего не сказала? Руки вверх! Я железный человек, Тони Стэр! Ладно. Все, идем смотреть, что за охрана. Всем оставаться на местах! Я Тони Стэр! Влад, прекрати! Дай сюда автомат. Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Это мой сын, это моя младшая сестра Женя. Очень приятно. Мне тоже. Это мой муж Сергей. Это охрана. То есть у нас теперь будет охрана. Владимир, Олег, мы будем находиться в доме круглосуточно, посменно. Заступает Олег. А кто не Старку, просьба без нас из дома не выходить. Понятно? Выяснил. Угу. Жень, ты проводи, пожалуйста, ребят в их комнату. Конечно. Пойдемте. Спасибо. Я с вами. Нам сюда. Спасибо. Пошли. Это надолго? Я не знаю. Наверное, до тех пор, пока все не утрясется. Знаешь, меня как-то не вдохновляет присутствие чужих людей в нашем доме. Честно говоря, они здесь не для этого. Скажи, ты действительно считаешь, что это лучший выход из ситуации? Откуда я знаю? Во всяком случае, это, наверное, лучше, чем милиция. Правда? Так как-то всем спокойнее будет. А вот как? Сереж, ну не волнуйся. Послушай, я постараюсь сделать все, чтобы тебя здесь никто не беспокоил. Алло? Я сплю уже. Ты не возьмешь? Это мой муж. Что? В смысле, это Андрей. Он нам теперь жизни не даст? Ничего, позвонит, перестанет. А ты не хочешь просто послать его куда подальше? Дай мне. Не надо, я сама разберусь. Алло. Спасибо за потасовку.
Что нужно? Нет. Нет, мы не можем встретиться. Послушай, я все сказал, я второй раз повторять не собираюсь. Это все? Что хотел? Встретиться. И? Что и? Ты же сам все слышал. Я слышал только, я не люблю повторять. А оставь меня в покое, никогда не хочу тебя больше видеть, не прозвучало. Спокойной ночи. Доброе утро. Кофе будете? С удовольствием. Олег, вы во сколько сегодня заканчиваете? Как сменщик подъедет? Часов в 7. В 7, да? Вы знаете, у меня просьба к вам есть одна. Конечно. Вы ешьте, ешьте. Скажите, вы не могли бы поговорить с моим бывшим мужем? Не вопрос. Да? Угу. Тогда я вам адрес сейчас запишу. Он будет сегодня вечером, вот по этому адресу в баре. Что, свободных столиков больше нет? Да более чем. Но за свободными скучно. Переговорить не с кем. А с чего вы взяли, что я с вами буду разговаривать? Ну, не хотите, помолчите. Говорить буду я, вы просто послушайте. Валяй. Не очень хорошая история у нас получается. И я что-то не понял. У кого это? У нас. Хотите понять? Угу. Как там... Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Черт ее знает. А может, не стоит лезть в семью, которая вроде как бы уж теперь не твоя. Я понял. Тебя Анна прислала? Нет, я как железный человек появляюсь там, где надо. Ну вот и появляйся там, где надо. А не в свое дело не лезь, м? Я думаю, вы не совсем верно понимаете смысл разговора. Я хотел предостеречь вас. Все эти вторжения в чужую жизнь, как правило, добром не заканчиваются. Слушай, ты железный человек. Ты меня не пугай. Я ведь пуганный. А со своей женой я как-нибудь сам разберусь. И мой вам добрый совет. Остерегайтесь неприятностей. Я предупредил. Я вас понял. О, позвольте, я вам помогу.
Спасибо. А я тут прошелся по вашему дому. Уютный он у вас. Теплый. Ну, в смысле, гостеприимный. Это что? Вот раньше здесь было по-настоящему тепло и уютно. Брат любил собирать шумные компании, приглашал много друзей, устраивали шашлыки. Было весело. А сейчас как-то холодно и пусто. Это потому, что зима? Нет. Потому что Кости больше нет. А где он? Бывший муж Ани, Андрей, втянул его в финансовую авантюру, а Костя был очень хорошим бухгалтером. Эту авантюру вскрыли. Угу. Они оба сели. Костя не выдержал и повесился в камере. Извините, что затронул эту тему, я не знал. Ничего. Кстати, можно на «ты». Да у нас как-то не принято фамильярничать. А у нас не принято выкать. Хорошо, договорились. Здравствуйте. Доброе утро. Анна Сергеевна, там в кабинете вас ждут. Что ты делаешь в моем кабинете? Я так понимаю, что... Кофе принеси, Юль. Хорошо. Другого места у нас с тобой для разговора не будет. Послушай, ну что ты бегаешь от меня, как от чумы, а? Ну в чем причина? Если ты об этом пришел поговорить, то у меня нет ни времени, ни желания это обсуждать. Послушай, неужели ты так легко можешь выкинуть меня из жизни, а? Мы же с тобой жили столько. У нас все было, по-моему, хорошо. Ну, что было, то было. Ладно. Не хочешь говорить о личном? Давай поговорим о насущном. Угу. Я дело хочу свое начать. Бизнес, сама понимаешь, с нуля. Вот денег у тебя пришел попросить. Дашь? Как же у тебя язык-то поворачивается, у меня денег просить? А у кого мне еще просить? А? Родных нет. Друзья отвернулись, только ты. А-а-а. И потом, я же не подачку пришел просить, я отдам с процентами. А в банк не пробовал обращаться? Я не пойму, что же я тебе такого плохого сделала? Ты предал нас. Ты меня предал. Ты сына предал. Ты семью нашу предал, ты всю жизнь нашу предал. Я тебе никто. Сейчас я тебе чужой человек. Ни родня, ни жена. Понял? Я, по-моему, свое уже отсидел. И за грехи свои, ой, как расплатился. А за брата моего ты как будешь расплачиваться? Ладно, я все понял. Удачи. Что читаешь? Да вот тут нашел. Решил познакомиться с творчеством хозяина. И как? Детектив? Ничего так вроде. Ничего вроде. Ничего. Только на 15-й странице уже понятно, кто убийца. Хорошая оценка. Только между нами. Конечно. Мне иногда кажется, что я написала бы лучше. А в чем проблема? Напиши.
Ну, кому-то дана карьера писателя, кому-то нет. Слушай, а ты скоро заканчиваешь? Вот-вот, сменщик должен прийти. Я просто собиралась прогуляться, может быть, ты составишь мне компанию? Ну, конечно, если тебя дома не ждут жена и дети. Я не женат, дома меня никто не ждет. Ну так что? Да. Отлично. Я пойду переоденусь? Хорошо. Здорово. Здорово. Ну что, как дела? Нормально. Слышь, Володь, я здесь встречался с бывшим мужем нашей хозяйки. Зачем? Анна Сергеевна попросила. Ну и что он сказал? Ну а что он может сказать? Не лезь не в свои дела, сам разберусь. Ну правильно сказал. Наша задача – семью охранять. Не помешал? Да нет, что вы. Моя жена еще не приезжала? Пока нет. Я, в принципе, готова. А вы откуда? Да, так просто прогуляться. Ну, вообще, хорошее дело. Ну что, поехали? Угу. Держи, ищи, на какой странице убийца. Всем приятного вечера. У музыкантов 15-минутный перерыв. Ты по роду своей деятельности, наверное, в людях хорошо разбираешься, да? Немножко разбираюсь. А обо мне что скажешь? Ты красивая. А как психолог? Ну, я же не психолог, я телохранитель. Мне просто казалось, что эти две профессии чем-то связаны. Психологи сидят в кабинете, а телохранители – люди действия. А тебе приходилось стрелять человека? Приходилось. Страшно. Что, стрелять? Стрелять, когда ты знаешь, что он уже не встанет. Ты знаешь, у нас ведь как? Кто первый выстрелил, тот и выжил. Бояться некогда. Даже представить жутко. А ты себе эту профессию выбрал. Ну я ж не киллер, я телохранитель. Мое дело защищать людей. Какую-то грустную я тему выбрала. Пойдем танцевать? Пойдем. Пока. Пока. Мы еще увидимся? Конечно.
Ты же вечером придешь сменить напарника? А, ну да, конечно. Можно? Да. Что это было? Что именно? Твой ночной спектакль. Я свободный человек, я могу делать, что захочу. И что ты делала? Это что, допрос? Я не услышал ответ. Но если ты еще не понял, я встречалась с мужчиной. У вас что-то было? Скажи. Да. От всего. Я устала скрываться. Я устала прятать свои чувства, понимаешь? Я устала. Я так больше не могу. Я не знаю, насколько меня еще хватит. Здорово, Андрей. Привет, ребята. Что желаете? Чё будешь? Текилу. Кристин, нам две по 100 текилы. Ах!
Здрасте. Что, не спится в такую рань? На службе не положено. Понятно. Я на запах кофе, как собака на мясо. Не помешаю? Ну, а чего же? Составьте компанию. Доброе утро. А я не слышала, как ты встал. С утра голова болит. Принял душ, вроде полегче стало. Ты Владика не видел? Ну, спит, наверное. Нет, наверху его нет. Я думала, что он здесь, у вас. Но здесь его точно не было. На улицу он не выходил? Я же все время в зале был. Он мимо меня точно бы не прошел. Жень! Женя! Женя, просыпайся! Я Влада не могу найти. Алло. Чем быстрее ты соберешь 2 миллиона долларов, тем быстрее увидишь Влада. Поняла? Слушай меня внимательно. Из дома никто не выходит. Мои ребята ведут наблюдение. Деньги должны привезти тебе домой. Как только я получаю сигнал, что деньги на месте, я перезваниваю. И сообщаю, как пройдет их передача. И не вздумай вызывать милицию. Хуже будет. Алло, Володь, да я. Приезжай. У нас ЧП. Да, Анна Сергеевна. Добрый день. Игорь Дмитриевич, мне нужна ваша помощь. Я понял. Да-да. Конечно. Хорошо, жду. Хорошо, жду. Что? Сейчас деньги подвезут. Все. Будет хорошо. День.
Анна Сергеевна, здесь ровно 2 миллиона. Спасибо большое, Игорь Дмитриевич. Анна Сергеевна, может, помощь какая нужна? Да нет, ну что вы и так уже много сделали. Игорь Дмитриевич, можно вас? Да. У меня к вам очень большая просьба. Пусть это останется между нами. Анна Сергеевна, вы меня знаете. Я, собственно, поэтому к вам и обратилась. Спасибо вам еще раз. С вашего позволения, я откланяюсь. Вроде все тихо. Ага. Анют. Я уверена, что все будет хорошо. Он получит деньги и успокоится. С Владиком ничего не случится. Извините. Иди сюда. Что случилось? Слушай, а я парня проспал. Что? Черт его знает. Вздремнул немножко, а папаша мальчишки каким-то образом пробрался в дом и выкрал пацана. Теперь выкуп требуют. Здрасте. Это... Громкую что мне связь делать? Включите. Алло. Мне сообщили, что все прошло без глупостей, и деньги у тебя. Андрей! Деньги у нас дома. Пожалуйста, верни мне сына. Слушай, что я тебе говорю. Сестра берет рюкзак, встает на лыжи и идет по полю за поселком. Ты знаешь это место, мы с тобой там часто гуляли. По дороге ее встретит мой человек. Сразу после передачи денег ребенок свободен. Я сама приду. Сделаешь, как я сказал. А если начнешь дурить? И условия не будут выполнены. Андрей, послушай, почему я сама не могу тебе отдать эти чертовы деньги? У тебя есть 2 часа, все. Время пошло. Что? Прошу прощения. Что? Можно? Женя. Женечка. Родная моя. Я прошу тебя. А если он меня убьет? Не волнуйтесь. Мы сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Вы сделали уже все возможное. Слушай, пойди номер пробей. Я согласна. Молодец. Хороший мальчик. Где мой сын? Я тебя спрашиваю, где мой сын? С ним все в порядке. Покажи мне сына!
Да. Да. Хорошо. Все, понял. Понял. Отбой. Слышь, Володь, точку, с которой звонили, засекли. Хорошо. Ну, готовы? Пошли. Я еду с вами. Нет, я не могу подвергать вас опасности. В опасности не я, а мой сын. Ладно, только без самодеятельности. Анна! Оставайся дома, будь на связи. Оставайся здесь и жди звонка. Ага. А с этим что? Я позвоню. Спасибо, Еремеевич. Все будет хорошо. Спасибо тебе. Володь! Что? Смотри. Значит так. Звонок засекли. Примерно в этом квадрате. Вот адрес. Держи. Как будем расходиться? Так, вы поезжайте туда, а я прикрою девчонку. Смотри, с ней ничего не должно случиться. Да понял. Поехали. Как ты?
Ну что, поехали? Ложись! Это здесь. Оставайтесь в машине, это может быть опасно. Двигатель не глушу, если что, уезжайте. Пистолет. Пистолет. Ну. Где мой сын? Я бы тоже хотел это знать. Подставить меня решили, да? Тихо, тихо. Ты? Где мой сын? Говори мне! Говори мне, где мой сын? Где мой пистолет? Сын? Брось пистолет! Олег не отвечает. Ладно, надеюсь, ваш сын где-то рядом с деньгами. Живой и невредимый.
Что произошло? Все пошло не так. Сначала твой человек подъехал на снегоходе, а охранник почему-то начал на него стрелять. Он подбежал к нам. Тот упал. Потом охранник подбежал к нам, а тот выстрелил в охранника. Тебя что конкретно волнует? Ты говорил, что план идеален, что все пройдет как по маслу. Деньги где? Что? Ехать по дороге, я перепрячу деньги. Через 15 минут перезвонишь. Слушай меня. Через 15 минут перезвонишь своей сестре. Скажешь, что при передаче денег была перестрелка, двоих убили, третий привез тебя сюда, забрал деньги и уехал. Тебе понятно? Нам надо поговорить. Хорошо? Хорошо. Влад, все будет хорошо. Иди сюда. Сейчас, подожди. Вот это уже мне не нравится. Что? Он нас видел. Он свидетель. И что? Он должен остаться здесь. Что, это даже не обсуждается? Это не обсуждается! Ребенка. Я тебя прошу, не трогай Влада. Кажется, это здесь. Пошли. Прости меня. Я думала, что это ты. Потом поговорим. Главное сейчас найти Влада. Влад! Влад!
Как же это? Как же это могло произойти? Прости. Меня... Андрей, побудь с ней. Хорошо. Скорая, срочно приезжайте, человек умирает. Адрес, я не знаю, какой адрес, черт возьми. Алло. Все, успокойся. Отпусти. Это я. Узнал? Да. Все хорошо. Все хорошо. Уходим. Подожди, я помогу. Давай. Так. Бегаешь, а? Ты мне не отец! Влад, уходи! Влад, уходи!